Всем привет! Сегодня мы познакомимся с автомобилем Toyota RAV4. Это не новый кузов, но надо сказать, что этот кузов стал просто бестселлером на российском рынке. Самый продаваемый кроссовер в России по итогам 17 и 18 годов, по-моему. Цвет автомобиля черный. Давайте возьмем прайс-лист и попробуем угадать комплектацию представленного авто. Будем исходить из цены. То есть цена здесь у нас 1 963 000. С учетом скидок цена может быть 1 860 000 863. Так. По цене это комплектация Comfort Plus, полный привод, двухлитровый двигатель, шестиступенчатая коробка передач механическая. Давайте проверим, так ли это. Сразу глянем коробку. Ага, коробка у нас не механика, а вариатор, значит, мы ошиблись. Да, это Comfort Plus, но вариатор. Полный привод 2 литра. С техническими характеристиками можете ознакомиться на сайте. Я показываю только внешний вид автомобиля. Покажу диски, как они выглядят. Резина Geolander. Geolander. И покажу вам интерьер автомобиля. То есть мы видим здесь мультируль, обтянутый кожей, очень приятный на ощупь, большую мультимедийную систему с различными функциями, запуск двигателя нажатием кнопки, климат-систему, разъемы под USB AUX, розетки, такой вот интересный, наверное, это пепельница, интересный интерьер в данном авто, очень приятно здесь находиться, все мягко обшито кожей. Бардачок имеет микролифт. В данной комплектации у нас сиденье с отделкой тканью. Подлокотник кожаный. Имеет вот такие две ниши. Одна для, допустим, телефона. И здесь еще большая ниша для остальных вещей. Так, на этом все.